Всем привет! В данном видео я вам расскажу, как можно принять участие в тестнете Parallel Heiko. Зачем? В рамках этого задания нужно протестировать платформу и, возможно, за это нам дадут какие-то поинты. Поверьте, это достаточно просто, несложно. Уделите менее 10 минут своего времени на это задание. И для начала вам нужно будет перейти на вот этот сайт testnet.parallel.fi. Все ссылочки будут в описании к данному ролику. Второе. Вам, соответственно, нужен кошелек Polkadot. И кошелек вам нужно перевести в сеть Allow Use on Any Chain. Переводите в данную сеть, и вы увидите, у вас появится номер кошелька, и он обязательно у вас будет начинаться с пятерки. Копируем номер кошелька и идем в официальный Discord-канал проекта Параллель и заходим в ветку Faucet Testnet. В данной ветке нам нужно написать команду, которая начинается с восклицательного знака DRIP, и вставляем свой номер кошелька, который мы скопировали, который начинается с пятерки. Как пишется команда, вы не ошибетесь, потому что здесь в чате, собственно, все эту команду и пишут. Нажимаем Enter, и бот да, как мы видим, бот пишет, что послал нам 100 КСМ и 1000 USDT и токены Heiko в размере 100. Переходим на сайт и видим, что у нас зачислено 1100 долларов. И переходим во вкладку Lend and Borrow. Первое, что нам нужно сделать, нажимаем кнопочку сапли и выбираем, какое количество мы хотим внести. Токены тестовые, вы можете выбрать любое количество, максимальное 25%, 50%, неважно. Я выберу 50% и, соответственно, подтверждаем. Да, здесь мы подтверждаем транзакцию. Далее кошелек предлагает нам ввести пароль. Вводите пароль от своего кошелька. Предлагаю вам, я нажму здесь галочку «Запомнить» в ближайшие 15 минут и подтверждаем транзакцию. Пароль был неправильный. Так, транзакция в процессе. Да, также хочу сказать, что бот здесь может реагировать не всегда сразу. Я пробовал получить токены еще минут 5 назад, но получилось у меня только со второго раза. Транзакция в процессе. Вот. Так, транзакция подтверждена. На всякий случай обновляем страницу. Так, и мы видим, да, что наши 500 USDT были внесены на счет. Далее идем и пробуем часть этих токенов вывести обратно. Я вносил 50% и сейчас выбираю 50% от моих 500 USDT вывести обратно. Submit. Подтверждаем транзакцию. Подтверждаем. Пароль сохранил, чтобы каждый раз не вводить. Транзакция в процессе. Пока можем пойти на вкладочку Overview. И такую же операцию можем провести с токенами KSM. Кусаем. Так, транзакция подтверждена. Выбираем депозит. И выбираем 50% своих КСМов я внесу. Подтверждаем. Подтверждаем транзакцию. Соглашаемся. Отлично. Транзакция прошла. Идем во вкладочку обратно. Lend and Borrow.
нажимаем цапля и вносим 50 своих КСМ. 50%. Подтверждаем. Также подтверждаем. Так выглядит платформа для теста. В будущем, когда проект уже будет запущен, все эти процессы можно будет проводить на настоящих токенах, а не тестовых. И все пользователи и держатели токенов DOT и KSM смогут стейкать свои активы, получать с этого пассивный доход, повышенные ставки. В общем, у платформы очень большие перспективы. И все держатели токенов KSM и DOT смогут ей пользоваться. Так, отлично, наши КСМ внесены. Пробуем сразу часть вывести обратно. Давайте выберем 25%. Подтверждаем. И подтверждаем еще раз. Отлично, ждем, пока пройдет транзакция. Основной смысл этого тестнета, я повторюсь, просто максимально потыкать максимально возможное количество кнопок, чтобы проверить, как работает платформа в целом. Возможно, вы во время своего тестнета найдете какие-то баги. В таком случае можете написать это в официальный Discord канал, а возможно, за найденный баг вам также могут насыпать каких-то поинтов. Идем обратно во вкладочку Overview. Так, наши внесенные токены. И давайте пойдем во вкладку Staking. И давайте застейкаем какое-нибудь количество своих КСМов. Я выберу опять 50%. Беру стейк. Подтверждаю. Соглашаемся. Ждем, пока пройдет транзакция. Отлично. Наши токены застейканы. И давайте теперь попробуем выбрать unstake наших токенов. И unstake я выберу также 50% от своих застейканных токенов. И выбираем код unstake. Подтверждаем транзакцию. Подтверждаем. Транзакция в процессе. Да. Также хочу сказать, если вдруг кто не знает, Параллель Хейка – это дочерний проект компании Параллель Finance, который будет размещен в экосистеме Polkadot, а Параллель Хейка – это проект, размещенный в экосистеме Кусама. Так, отлично, наши токены Unstake. Переходим обратно во вкладочку Overview. Так, и у нас здесь появились наши токены XKSM. Давайте попробуем вывести наши КСМ еще разок. Давайте 75% и подтверждаем. Так как я сохранил здесь пароль, мне не нужно вводить его каждый раз. Сохраню он в течение 15 минут. Так, отлично. И давайте попробуем еще вот токены XKSM. Нажимаем сапли. 50%. Подтверждаем. Ждем, когда пройдет транзакция. И как видите, я попробовал понажимать почти на все кнопки. Попробовал постейкать. Выводить и повыводить все токены. В этом и заключается тест на платформы. Еще раз повторюсь, уделите этому занятию чуть меньше 10 минут своего времени, и за это в будущем, возможно, нам дадут какие-то поинты. Все ссылочки будут доступны в описании к ролику, на сайт тестнета и на официальный Discord канала.